Западный обход растет с каждым днем. Самое амбициозное дорожное строительство последних 2 лет на финишной прямой. Небольшие коррективы в график внесла погода, но в целом сроки соблюдены. Общий участок у нас 1 729 км. В Щебне нам остается около 400 метров, 300-400 метров, вот так. И в асфальте около 600 метров. Последний участок западного обхода обойдется более чем в 171 миллион рублей. В эту стоимость включены объекты дорожной инфраструктуры. Дорожные знаки, разметка, пешеходное ограждение и так далее. После сдачи объекта он примет на себя большой транспортный поток, поэтому его изначально проектировали так, чтобы дорога выдержала испытание трафиком. По проекту предусмотрен трехслойный асфальтобетонное покрытие. Это характеризует о том, что дорога будет очень основательной, очень прочной. Кроме этого, что здесь? Применяется ультрастап, ткань, которая разделяет песчаные основания и землю, что будет также стабилизировать возможный подъезд к грунту. Вызывает беспокойство только один участок – кольцо на улице Суздальской. Там потребуется перекладка газопровода, ранее проектом не предусмотренная. В данный момент разрабатывается проектное решение, готовится сметная документация, и работы по перекладке будут разыгрываться отдельно. Пока не будет переложен газ, мы ДСУ-1 не сможем проводить работы по устройству дороги, по строительству. Понадобятся дополнительные средства – 5 миллионов рублей, и они уже выделены. В администрации уверены, на срок сдачи объекта эти трудности не повлияют. Пока дорожные работы дойдут до Суздальской, проблема уже будет решена. Так или иначе, до конца года движение по станкостроителей должно быть запущено. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.